Уже на этой неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с руководством Совета Федерации. Поэтапный процесс повышения пенсионного возраста, необходимость в котором возникла уже давно, предлагается начать с будущего года. Сегодня последний день обсуждения законопроекта в регионах. Глава правительства выразил уверенность, что к этой работе активно подключится и Верхняя палата парламента. Не так давно вы обсуждали на заседании Комитета по социальной политике законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Совсем скоро, в четверг, его уже будет рассматривать в первом чтении Государственная Дума. Позиция правительства вам известна. Хорошо, что и вы подключились к этой дискуссии. Тем более, что тема действительно непростая, и такого рода дискуссия необходима. Рассчитываю на то, что Совет Федерации в дальнейшем будет участвовать в этом. Чуть ранее сегодня законопроект в целом одобрили в Комитете Госдумы по охране здоровья. Нижней палате парламента рекомендовали принять его в первом чтении. При этом было предложено сохранить досрочный выход на пенсию для медицинских работников, которые по долгу службы связаны с опасными или вредными материалами, либо тяжелыми условиями труда.